В декабре прошлого года в редакцию телеканала ИТВ обратились жители улицы Белакуна, 15. Их двор должны были отремонтировать по плановому графику. И отремонтировали, но не везде. С одной стороны дома двор преобразился, а с другой – нет. Люди пожаловались в администрацию крымской столицы, на что им прислали ответ. В соответствии с техническим заданием и согласно ведомости, работы внутридворовой территории дома 15 выполнены в полном объеме. Написать это письмо, не выходя на место. Как? Вот, и я с ними не связалась. Вот телефон. Вот, целую неделю я звонила туда. Я дозвониться не смогла. Вот этот весь район вот у нас, вот тут, вот здесь, все у нас в воде. Всегда, по щиколотку. Дети приходят с мокрыми ногами. Местные жители считают, сложившаяся ситуация – нечестность и безответственность. В администрации подтверждают – это недобросовестность подрядчика. Туда выезжали, сами определили факт, что кое-где там действительно есть недочеты. Но в такую погоду смысла их делать нет, потому что вылезет весной еще что-то, лучше их уже весной и заставит это делать капитально. По словам заместителя главы администрации, гарантийный срок у подрядчика – год. В течение этого времени он обязан исправить ошибки. Но с учетом погоды это пока невозможно. Ремонт отложили до весны. Анастасия Донская, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.